Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо огромное. Ребятушки, слушаем трек «Манчестер». Тяжелая атлетика. На левом берегу, как на капе на Франции, затянул капюшон я в спортзал сранцем. Даже не пожрал, но ебанул притейников, в потертых штангетах и трениках. Разум где-то далеко, врачом не разбавляй протеин молоком. Не знаю, ребятки, почему-то мне нравится такое прочтение. Вот оно, знаете, такое спокойное такое, ребятки. Такая музыка интересная такая играет, да. Она такая, знаете, прям... Как из советского фильма. Да. И, знаете, ребят, и спокойный голос читает рэп вот так вот. Да? Хотя текст обычно у тяжелой атлетики трешовенький бывает. Ребят, сейчас посмотрим, что будет. Ну, посмотрим, конечно, какой текст. Но начало мне интересно. Само прочтение тебе нравится, да? Мне нравится его голос. Как он это читает классно. Спокойно, ребят. Спортиков печальная участь. Нормальные люди по семьям там или учатся. У меня коленка с титана и криво срослась, блядь, ключица. Тупица, заебешься, подбирай к сердцу ключи. Это не шутки, с тобой грустно. Ебались в маршрутке, играла Санта-Лючия. Минусов накачал, роутер работает гуд. Ждите, братва, третью пиво на боты. Ребята, интересно, да? Рассказывают о людях, которые занимаются спортом. Действительно так, наверное, да, ребят? Они свои суставы, что с ними делают, да, ребятки? Капли росы, скоро весна, сапоги из резины. Хули ты палишь его, порасти не рассеет твоих паразитов. Годы летят, как безграничные версты. Залубы почкую в мандель, мочим рыло на звезды. Не думай, что жизнь это удел добровольца. По скользким дорогам протянутся ноздри. Я переплел свои нити в клубке и устал от этой блевоты. Моя сущность это приходы от креста до Голгофы. От рассвета до ночи, эпоху на мнение прочих. В голове каши и побочный эффект, выстеляя народное тело газом инертным. Хумидовой полоской покрылся, зависимость риса вложил на номер, не влив море. Ты колет убогим хип-хап, с погиба не факт, что успеешь вернуться. Нарушены функции тела движений, суки текут с унижений и порох. Весны запах не плох, кеды стоптаны, брови, а кровь. Наебал барыгу родителей, обменял ценность на зрителей, поджег. Ребятки, в этом треке, конечно, вот обо всем рассказывается, да. Вот каждый момент затронут, да. И про барыгу, и про... И мы осуждаем запрещенные вещества. Да, мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано. Вот обо всем, да, в треке рассказывается. Просто рассказывается жизнь, да? И слушаешь просто какую-то историю, да? Такую, как документальный фильм, да, ребятки? Фитиль втер в десну и тело в спирт. Вся жизнь это кефир и с мочой. Когда брат поддержит плечом, поебал мечом. Ну а че весело, пинать тесто детское. Кости авторитета местного. Проходили скулы, ебучие простуды зимы. Хватит втекать простые посылы пизды. Тут нищие духом дуют солягу. Ну а ты-то куда, Колян? На шее удавка, в долгах где-то лям. Гавкают, гляди, заляпанные под песни Шаляпина. Не съел бы коляску. Двигай на скрежет и лязг от металла. На левом окраине Франции, гетто Италии. Сплелись воедино, не проеби поединок самим собой. У этой жизни много побочек. Думай сам лететь напрямик или возле обочины тихо ползти. Атлетика слепит вам стих, тут потихой на стиле, пока держит то, чем меня угостили. Они говорят, сверху краски насыщенные, но вдохновение трещит костровит. Здесь несколько голосов, я так поняла, да? Угу. Молодцы, ребятки, хорошо читаете, да? Угу. Интересно читаете, ребят, интересно слушать. Трешачок есть, но слушать интересно. Трешачок есть, но это все. Но это стиль такой, это стиль такой. Это стиль такой, ребят, без него никак. Это именно такое вот направление. Вищем на днище, оболочками тысяч нищих. Дух мне растворись пищей, пока огонь не потух. Который залил барматухой. Сори, братуха, кухонный нож пролетел в сантиметре от уха. Ильдара, дары татару, карму варваров. Или параллелограмм в эти граммы, пять и градусы. Как опятная радость, все те же грабли принимать за трамплин. Почему же забил так рано? Вижу, подросла Сатун Татьяна. Но по пьяни это все еще статья. Как сопля на стене видит мир прекрасным летом, во, где-то кислота этим летом. Ну где ты разглядел в этих строчках от лета? Алло, любовь.
ребятки, скажу. Вот этому направлению есть, оно есть такое направление, ребят. Ну вот чем мне нравится, ребят? Спокойное чтение, музыка такой, бит такой спокойный. И рассказывают историю, ребятки. Ну это же есть, ребята. Это все есть. Это есть в жизни. И было это, ребят. Ну просто там немножко маты. Но это стиль такой, ребят, без мата никак. Можно эту жизнь по-другому рассказать? Можно, ребят. А, ну тогда она по-другому другой будет. И да. Там тогда все по-другому будет, ребят. Мне понравилось. То есть ты хочешь сказать, реалистичность тогда не покажется? Да, да, тогда не покажется реалистичность. Mm-hmm. Это уже не то будет прочтение. Понимаете, ребят? Это такое направление, ребят. Это есть, это будет. И оно есть, и было, и будет, ребятки. Мне понравилось, ребят. Голоса у мальчиков шикарные. Читали спокойно, спокойно. Не перетруждались, ребятки. Вальяжно. Бит классный. Мне, ребят, все понравилось. С удовольствием послушала. Послушала жизнь, история. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.